Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Devil May Cry 5. Так, и у нас миссия шестая. А, так, стальной удар. Поехали. Так, сюжет. Избежав столкновения с громадным демоном, Ви устремился под землю к своей истинной цели. Вернуть себе Спарду. Между тем, на поверхности. Так, смена игрока Неро. Выберите Неро. Здоровье и сфера остаются при вас. Так, хорошо. Заметьте, что по времени. Классически также будем брать. Персонализация. У нас 14 тысяч. Нет, я как сказал, мы будем прокачивать только во время игры. Блин, можешь руку поменять? Ладно, не нафиг надо. Если вы закончили с бичей дьявола, поищите их на уровне. Их можно найти на улицах и в переулках или за некоторыми объектами. Однако помните, что бродящие рядом враги могут с легкостью вас атаковать. Что ж, она жива. И на вид очень даже ничего. 15 июля, 7.25. Не то, чтобы я так слову пришлось. Знаешь, иди лучше делом займись, сама справлюсь. Да. Что за чёрт? Ну и ну. Такому верзели нельзя дать... Так, дать уйти. Так, посмотри в оба. А, смотри, в оба ты за ней присмотри. Так, я вижу штуковину, которая там наверху. А, так это оно по мне пуляет? Нихера себе. Титан Мордор. Гильгамеш? Неужели я сразу с боссом буду сражаться? Да ладно. Ой, мне кажется, уже нужно включать камеру. Так, полетели. Можно? Ой, мне кажется, вот это... Да. Так. А можно руку использовать? Я хочу руку использовать. Where do you think you're going?
Ой. Да, громадина пошла по верху. Тихо. Короче, можно ей ноги отрубить сначала. Да-да-да, давайте по ногам пойдем. Готово. Опа. Присела. О. Блин, нет, это что не то. Давай, 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 давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, атакуем-атакуем. А можно руки поменять? Я не знаю, как там менять руки. Я бы руки использовал, но... Можно руку... Ну, используй ты руку. Не хочет на руку использовать. Вы что там забыли? Ты ж не думал, что сам... Так... Опрокинешь эту херовину. Знаешь, я уверен, ты на вкус... очень вкусен. Ах ты... Оставь эту тварь... Оставлю тебе эту тварь тебе. Меня ждет дело. В смысле, мы почти его же грохнули. Алло. Ну... Теперь только ты и я, таракашка. Мы так его уже почти убили, алло. Все. О чем вы? Какая помощь? Ноль помощи.
Эта тварь тоже все из корней. Что тут происходит? А там кто-то в воздухе летает, это нормально? Призраки какие-то, блядь. Эй, леди, очнулась. Хочешь ее о чем-то спросить? Лучше поторопись. Ладно. Эй, стой, стой, стой. Эта штука на... Да не, эту, другую. Рядом с ней. Ника, не напрягай вот эту. Как скажешь. Баночка. Серьезно? Так, вот эта вот серия была прикольная, типа просто убили босса. Ну, почему бы нет? Да. Так у нас магазина не было. Да хотя у нас просто босс был, в принципе. Но я серию Next не буду, ну типа... Следующий месяц сразу не буду начинать. Объединенный фронт. Блин, мне нужно персонажу поменять руку. Не, давайте я типа посмотрю, как менять руки. Так. Так, отделение. Захват цели. Камень по умолчанию. Ясно. А помощь есть. Автокомбом. Настройки. Так, управлением. Так. Отделение. З. Соотделение. Ладно. Выстрел, прыжок, бич. Колесико. Давайте на четверочку будет. А чё, я ж на четверку, алло. Ставил. А то мне... Не, я просто смотрю по этому. Я нажимаю как бы нижнюю кнопку, а не верхнюю. Угу, камень по умолчанию. Управление камерой. Мне нужен бич. Нормальное управление бичом. Ладно, нормально. Ага, ага. Галерея. Так, библиотека. Опа. Выброшенная записка. Выброшенная записка. Это вся информация, что мне удалось собрать во время расследования инцидента в... Red Grey City. Правда, об том событии даже важные личности Джека Потрошителя. Черт, узнав ее, мир уже никогда не будет в прежнем. Но я уже не тот, что был раньше. Так, мое тело меня не слушается. Я прикован к кровати. Класс. Но я уже не тот, что был раньше. Мое тело уже не слушается. Я прикован к кровати и жду смерти. В таком состоянии я не могу Так, продолжать свое расследование. Если вы читаете эту записку, прошу продолжить мое дело, узнайте правду о том жутком происшествии. И последнее. Так, похоже, что один из выживших был мальчиком по имени Данте. Фамилия и другие подробности неизвестны. Мне лишь удалось узнать, что он жил в Red Grave City на момент трагедии. Я пытался узнать больше, но он отказался что-нибудь рассказывать. Более того, он посоветовал мне прекратить расследовать это дело. Не такие слова думаешь услышать от непричастных лиц. Мне кажется, он знает, что за чудовище менее чем за час вырезало 136 жителей. Это этого бедного городка. Если вы читаете эту записку, знайте, что этот мальчик один из немногих, кто владеет сведением о событиях той ночи. Найдите его и узнайте всю правду. Так, всю правду. У меня нет денег, нет связи. Черт, у меня даже друзей нет. У меня есть только эта просьба. Так, отчет ником, враги. Ой, стоять боссы. Гильгамеш.
Да, Гильгамеш, это металл, который может добыть только в аду. Объединив его с плотью демонов, можно создать броню прочнее стали. Это что Ковен так и сделали. Кажется, кто-то решил объединить корни Клипота с грудой Гильгамеша, создав тем самым 10-метрового металлического исполина. Так, самое классное, что Гильгамеш позволяет создавать ударные волны из ниоткуда. Именно ими эта штука и орудует на расстоянии. А это значит, что быстрые ноги тебе не помогут. Если хочешь победить такую хреновину, придется подойти ближе. Но босс на самом деле какой-то вообще... Делай. Не, может быть из сложности, то что... Я даже не... Может это была нормальная сложность, мне предлагали играть. А играй на легкой сложности. А тогда все ясно, почему так херово враги атакуют. Ну ладно, не суть, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.